С 12 по 18 июля на дорогах Одинцовского округа проходит профилактический рейд «Ремень безопасности». Госавтоинспекторы напоминают, ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжелых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, а при опрокидывании – в 5 раз. Пользуйтесь ремнями безопасности не только для того, чтобы избежать штрафа. Пристегиваясь в автомобиле, можно выжить даже при серьезном ДТП. Берегите себя и своих пассажиров.